буду просто петь, а вы будете просто аплодировать, у нас будет просто концерт. А мне бы очень хотелось чего-то большего. Тут есть камера, это классно. Но сейчас, кто у нас за камеру отвечает? Работаем с камерой, хорошо? Кто у нас камера? Пройдите, пожалуйста, в стойло. Паша, я тебя хотела на сцену попросить, потому что сейчас на меня надо снимать. Пока Паша подвигается на сцену, я расскажу всем вам, в чем состоит идея. Я знаю точно, что Москва – самый модный город. Ну, это мое мнение. Так вот. Вот это мое мнение выражается в следующем жесте. Сделайте его со мной, пожалуйста. Нужно поднять руки вот так. Классно. А вот двое мужчин таких импозантных, у вас руки заняты? Поднимите вместе со мной, пожалуйста. Вот. Нет, не как в первом классе, вот вы. Да. Вот, классно. Итак, Москва – самый модный город. Все же согласны. А еще я слышала, что в Москве все проблемы, сейчас готовьтесь, второй жест, следующий, по барабану. Вот, смотрите, вы сразу сделали, то есть точно правильно, да? Ну что ж, это два самых главных движения, и если вы будете повторять их вместе со мной, я буду счастлива. Можно, я готова. Вы прикольные, да? Я готова. Мы все вас ждем. Музыку громче. Too high.